В этот барак в поселке Федоровка уже наведались полицейские, а теперь здесь ожидается и визит органов соцзащиты. А все потому, что Александр Свиридов теперь вынужден в одиночку ухаживать за двухмесячной дочкой. Он сам так решил. Жену выгнал из дома еще в конце декабря, когда заподозрил в измене. В оконцовке все узнал, что действительно она мне изменила. Все. Я вот сейчас ездил, короче, в ЗАГС, подал на развод. Все. Опекунство, короче, будет полностью на мне ребенка. Никто ее не избивал, она сама во всем виновата. Все вещи жены он уже собрал и выставил во двор, но женщина пока до сих пор их не забрала. Трудно себе представить, но почти 2 месяца малышка официально была нигде не зарегистрирована, не имела ни имени, ни свидетельства о рождении. Александр Свиридов буквально вчера оформил документы. И теперь близко мать не подпускает к дочери, боится, что она может заразить ребенка. В пьяном угаре, бросив ребенка. Ага. Помимо того, с кем она спала, у него открытый туберкулез. Идем мы на комиссию полностью. Ага. Так у нас есть подозрение на туберкулез от матери. Впрочем, женщина рассказала соседям, была вынуждена буквально бежать из дома, бросив дочь. По их словам, мужчина мог поднимать руку на свою супругу. Как она терпит, бедная женщина, вообще. А, то есть все-таки он, наверное... Конечно, он поколачивает очень даже хорошо ее. Мужчина уверяет, последний скандал случился из-за измены. Вот так мама девочки выглядела до конфликта. А эти снимки сделаны после. По словам женщины, якобы это муж побрил ее налысо. На фото также отчетливо видны синяки под глазами, на шее и руках. Бьет жену? Бьет, да. Но Александр уверяет, он не брил супругу налысо. Теперь во всем разбираются полицейские. По словам ее знакомых, она уехала к родным в Ханты-Мансийск.